Тебе огромное удовольствие отметить спортивный день. Удачи вам! Всего самого хорошего! И на этом, дорогие друзья, официальная церемония открытия нашего турнира завершена. Мы поздравляем вас! Команда номер 3, Кольца. Команда номер 4.
reason. Опорный прыжок выполнил Владислав Сокольников, город Челябинск. Упражнение на брусьях выполнил Али Хамилов, город Баку, Азербайджан. Упражнение на кольцах выполнил Семен Сайчук, город Томск. Увольнение упражнения выполняет Али Хамилов, город Баку, Азербайджан, программа второго юридического разряда. Упражнение на брусьях выполнил Вадим Егоров, город Ленинск-Кузнецкий. Поправка. Уважаемый народ,
Калачева, город Барнаул, Алтайский край. Начинаю церемонию награждения 10-го всероссийского турнира по спортивной гимнастике на призы олимпийского чемпиона Евгения Подгорного. Приглашаю на пьедестал почета призеров и победителя по программе 2-го юношеского разряда. Третье место. Михаил Ким, Новосибирск. Второе место. Леонид Бородин, Новосибирск. Первое место. Али Халилов, Баку. И третье место. Владимир Михеев. Награждение проводит заслуженный мастер спорта, олимпийский чемпион по спортивной гимнастике Евгений Подгорный. Третье место. Михаил Ким, Новосибирск. Второе место. Леонид Бородин, Новосибирск. Первое место. Али Халилов, Баку, Азербайджан. И первое победитель Владимир Спасибо. Спасибо.